магазин. У вас есть магазин? У меня нет, а дома? Нету? Ну, я не знаю. Может, у вас свой магазин, и вот вы у вас ходите, посмотрите, как у нас, а потом, что нет, у вас. Очень хотел бы посмотреть, как у вас было бы. Нет. Просто очень-очень серьезное нарушение, правда. Это, ну, просто надо убрать тогда товар с прилавка, да, вы же что? Знаете, а да? Как мы будем торговать? Как мы будем торговать? Ну, вот смотрите, человек, вот я покупатель, я хочу купить этот сыр. Угу. Скажите, пожалуйста, когда он изготовлен? Знаете еще что? Когда сыр в этой бабе... У него есть срок хранения? Конечно. Сколько? Сколько сыр срок хранения? Маленечко. 90. Полгода срок хранения. Да. А вот чарта... А где гарантия, что не год назад его привезли? Год назад. Год? А дату разрезки у меня так время стоит. Ну, вы покажите, пожалуйста, маркировочку. Документы, может, вам... Наташа, ну, заведи человека в кабинет, покажите ему документы. Я не хочу никуда. Когда у нас сыры приходят. Вы мне сюда, вот, пожалуйста. И продажу текущую, как у нас, сколько у нас продажи идет по килограммам. Нет, на самом деле... Заложиваются ли они у нас на витрине или нет? Ну, вы же должны знать, что, знаем, что должна быть у маркировочка. Я хочу узнать состав этого сыра. Я хочу узнать. Пожалуйста, дайте, пожалуйста, срок нам хранения. Сыр и переверните, пусть состав сыра прочитают. Срок хранения. Срок хранения. И когда его изготовили? Пожалуйста, смотрите. Мы вам предоставим документы, распечатаем, когда нам его принесли, разве? Состав есть. Срок годности есть. А вот дата. Дата нету. Ну, вы посмотрите, дата. Дата фасовки, да? Дата фасовки. Фасовка. Так вот, я вас умоляю. Посетили. Не с даты фасовки должна быть срок меня, хранения. Дайте мне это рот открыть, мужчина. Я хочу говорить, но не вижу лица. Собеседник мой прав. Нам слова ни к чему. Я тебе вам говорю, когда он в пленке упакованный, да? Вот. На нем стоит дата. Вы меня послушали. Вы меня послушайте. Вадим, подойди сюда. Да я слушаю, слушаю, да. Вообще. Да как вы послушаете? Я вас слушаю внимательно. А вы-то я отвлекся на ребенка. На ребенка, на дядечку, на ребенка. На а я не имею права. Молчать! Когда говорю я, говорить нельзя. Можете, вы почему тогда не слушаете? У меня вот разговаривать я не могу. Ну вы разговариваете. Ну конечно. Я вам просто говорю вы нарушаете. Еще раз. Там сколько? 3 месяца, полгода. Написано 6 месяцев, да. Стоит на этой. А со дня разрезки там уже другое время. А со дня разрезки год, даже время стоит. Число. Часы. Что дата упаковки. А? Дата упаковки, а не нарезки даже. У вас там дата упаковки. Дата упаковки изделия, когда было сделано. У вас тут дата магазинной упаковки написана. Mm. А который приходит, он на коробке стоит. Да. Ее упаковывать можно каждый день. От этого свежесть сыра не будет ежедневной, правда же? Я не понимаю, чего вы добиваетесь. Я добиваюсь всего лишь законности. Пока он не открытый, он хранится 6 месяцев. Нет, это замечательно, потому что материал я обязательно передам куда следует. Да, вы не просто... Да, просто я не люблю, когда обманывают потребителя. Кто обманывает? Вы обманываете. Ну, вы не хотите даже вот элементарно сказать, когда изготовлен сыр. Ну, вы не хотите этого сказать. Как это мы не хотим сказать? Ну, скажите. У нас такие правила. Смотрите. Ваши правила могут быть выше законов? Какие законы? Какие? Законы Российской Федерации. Я вам еще раз говорю. Вот смотрите. Ой, упаковка, да? Да. Вот такая упаковка, сколько хранится? Вероятно, 6 месяцев, там должно быть написано. Так, я начинаю резать. Режу, ставлю день, даже часы. Да, и вот эта вот маркировочка, она должна оставаться всегда, пока не реализуется весь сыр. Вот именно, производитель. Маркировка производителя должна быть. Где маркировка? Я его разрежу на мелкие кусочки. Где маркировка? Я наберусь у производителя. Вы эту маркировку не продаете, вы ее храните, пока не реализуется данный товар. Ну, не нравится вам товар, ну не берите. Я хочу убрать. Но я хочу знать о нем информацию, которую вы просто обязаны мне предоставить сегодня. Неправда, вы меня сейчас вводите в заблуждение. Вы зря смеетесь, вы просто потом штраф будете за это платить.
Я не пугаю, это просто... Вы не первая, не последняя у меня такая. Ну, эмоционально давите человек, ей работать еще до 10 часов. Кстати, вы зам... Нет, я администратор. Администратор, замечательно. Это нашего продавца. Ну, пожалуйста, вы займитесь работой. Мне, пожалуйста, какой? Предоставьте информацию. Пошлите по данному суду. Я не хочу никуда ходить. Ну, как вы мне хотите? Сюда принесите, я вам пожалуйста. Документы предоставим. Предоставим, сколько продаж килограмм, предоставим, сколько нам приходит. Какого числа был сшит? Мне это не интересно. Не интересно? Нет, мне интересно дата производства. Как с вами сыра. Можно договориться? Дата производства. Дата производства сыра. Да? Вы можете предоставить мне эту информацию? Ну, вынести коляску сыра, не так называется. Вон она у меня лицо. Чтобы посмотрели. Вон она, дата там средства. Там дата не производства, дата упаковки. Дата меня интересует дата я производства. Говорю, вон она на ну там сыр молочный. Там маркировка на тот сыр. Мы вам сейчас вносим кусок. Сыр российский. Посмотрите дату. Какой вам кусок надо будет, мы вам отрежем, заберем и продадим. Хорошо? Ну в таком случае. Ну а как? Меня сейчас в данный момент интересует дата производства. Если меня... Тупик вот прям. Вот вас ничего не устраивает. Почему ничего не устраивает? Не так. Так если вы нарушаете, зачем вы нарушаете закон? А что мы нарушили? В любом магазине, вы ходите в любой магазин. Смотрите, везде все нарезано. Не только здесь. И во многих магазинах мне предоставляют всю информацию. Вы единственный, кто сейчас не хочет эту информацию. Я предлагаю, нет, говорить не надо. Я предлагаю, выносим сейчас сыр вам. Посмотрите дату. От этого сыра отрежем, сколько вам надо. Вы его просто пойдете и купите. Если не хотите вы это, мы же вам не навязываем именно нарезанный сыр. А вы не должны навязывать, вы просто должны предоставить именно по этому товару мне Какой сыр вам нужен? Сыр российский. Российский. Да. Есть у нас не нарезанный российский сыр? А то есть по нарезанному у вас нет информации? Ну, я не могу ничего вам по нарезанному в данный момент сказать, потому что... Вы незаконно, значит, торгуете. Вы нарезанный. Смотрите, я разрезаю сыр. Несите фасоль. Фасуется сыр каждый день. И сразу на весы, правильно? Да, это замечательно. Просто человеку жалко ей работать до 10. Дальше что? Что еще нужно? Она вот сейчас вот вы с ней вот ей... Просто она эмоционально говорит, да. Почему вы так неуважительно ко мне относитесь? Я очень уважительно к вам отношусь. Мне приятно. Ну, по вашим штанах, то... есть законы? Законы. Соблюдайте. Ну, соблюдаю. Что в этом сложного? А есть законы, что я вот, например, зашел в магазин. Просто... Да. Вы потребуете информацию, где было товара. Ну, мы вам, пожалуйста, вынесли. Вот. Вынесли, пожалуйста. Проблема-то в чем? Смотрите. Я не понимаю. А я вам и говорю. Ну, вот, пожалуйста, смотрите. Вот. Отрежем вам кусок. Плохо вижу отсюда, честно. Хотите, уйдите, пройдите. Мне нельзя туда заходить. Вот, а вы говорите. Так, 26 января 15 года. Да, замечательно. А что, было трудно предоставить информацию сразу? Я же вам предложила. Вы говорите, нет. Нет, вы хотели меня туда завести. Да уже, мы просто вам к вам уважительно относимся. Нет, уважительно надо просто сразу предоставить и все. Так. Никто никого не обманывает. Он ничем раз не торгует, просто. Сыр нарезали. Все, спасибо. Еще вам может быть что-нибудь? Пока нет. Если будут вопросы, я обращусь к вам. Спасибо. Вот, действительно, зачем нервы тратить и человеку, и мне? Я ведь просто хотел узнать информацию всего лишь. Вот посторонний человек просто наш... А я не спрашивал мнение постороннего человека. А я не спрашивал мнение постороннего. Я вам говорю, как это выглядит. А вы документы вообще покажите? Да, вы покажите, кто? А вы сотрудник полиции? Я могу вызвать сотрудника. А вы вызовете, если я нарушаю? Если я что-то нарушил, пожалуйста, вызовите. Я и говорю, если я что-то нарушил, пожалуйста, вызывайте. Нет, а вы администрация, я спрашиваю. А я должен быть из администрации? А мы должны быть в полиции, чтобы у вас документы спросили? Да. Кроме полицейского, у меня никто не имеет права спросить. Вы показали нам документы. А я документы у вас не спрашивал. Так вы покажите их. А вы полиция? Полиция. Покажите, пожалуйста, удостоверение. Да что вы говорите? Да. Вы вампиры террористы. Нет, абсолютно. Они попытались продавца, да? И вы в итоге ничего не взяли. Чем вы убедились? Я не должен был взять. Хотели? Нет. Так покончиться со своей женой. А, понятно. Ебанутая. Ну, зачем вы так? Я думаю, вы сейчас поругаете, что вы на мозг вам выносите. Замечательно.
разрешение на... У меня должно быть разрешение? Конечно. Вы находитесь... Есть разрешение. Покажите мне его. А вы, пожалуйста, можете ознакомиться с моим разрешением в Конституции Российской Федерации? Нет, я хочу сейчас вот здесь вот ознакомиться. Если вы считаете, что я что-то нарушаю, вызывайте полицию. Вы нарушаете. Я вызову полицию. Сейчас приедет. Вызывайте. Вообще не имеете права. У нас никто не имеет права фотографировать. Правда? Правда? Правда. Удивительно. Законы учите. Ну, я смотрю, вы сильно много заборов знаете. Да. Я вот сравниваю цены. Вот вдруг у вас что-то подешевле, я куплю, чем в другом магазине. Давай, если позвоним. Вы главное не совершайте поступков, за которые вам придется извиняться потом. Я рад, правда, что я буду перед вами извиниться. Я должна сделать то, что я обязана. Конечно, конечно. Пишет она жалобы, что у нас оставлены проходы. Сейчас в данный момент поиск телефона снимает весь магазин, наши ценники, наш товар. Все равно попросила его убрать, он нет, он просто издевается. Сначала прикапывается к нашим продавцам, доводит до их. Теперь все снимает. Общественный порядок? Да. Ручку, пожалуйста, предоставьте. 17-20. Вы знаете, что в магазинах нельзя снимать фотографии? Да? Продукты. Ну, замечательно, если вы знаете. Жалко, что это вы не знаете. Да. Каким законом запрещено? А вы почитайте торговые. Ну, так если вы не знаете, зачем вы говорите? Как я не знаю? Это везде написано. Девушка, ручку, пожалуйста, дайте. Вот сзади вас на кассе возьмите, пожалуйста. Вот на кассе. Вот. Можно и за кассу прям взять. Спасибо. Мне дала Конституция это право. Мне дал Кодекс административных правонарушений это право. Я еще раз вам говорю. Кто вам давал право меня снимать? Уберите камеру. Я снимаю то, что происходит сейчас со мной. Что с вами происходит? Вы сейчас пытаетесь мои права нарушить. Какие ваши права? Краснов Владимир Владимирович, не нарушайте моих прав. Меня снимать. Не нарушайте моих прав. Владимир Валерьевич, вы ответите перед законом. Поверьте. Я не провоцирую. Нет. Я лишь провожу видеофиксацию того, что происходит в данный момент. Как какая? Вы вызвали полицию? Меня не имеете права снимать. На основании какого закона? Какого закона? Никакого закона. Ну как? Мы живем по закону. Это нарушение частной собственности. Хорошо, подайте на меня в суд. Хорошо, я подам на вас. Замечательно. А фамилия моя? Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл. Адрес проживания? Не хочу говорить. В смысле, вы не хотите? Ну как, приедет полиция, вы можете у них узнать об этой информации. Хорошо. Да? И подойдите на меня в суд. Здравствуйте. Вы по вызову, наверное, да? Вы сотрудник полиции? Мы охрана. Охрана? Да. Частная. Мы вообще-то полицию ждали. Ну, мы пройдем сначала, разберемся. А куда? Случилось. Молодой человек приходит. Да, я за... Здравствуйте. Ага. Привет. Пристает нашим продавцам какой-то. А как я приставал? Скажите, пожалуйста. Как вы приставали? Ну как? То есть, задавали вопрос, на который она не знала вам ответ. Вы стояли в течение получаса, мешали, отвлекали ее от работы. Нет, вы мешаете нашим сотрудникам работать. Попросил информацию по... Ходит, пожалуйста, да, смотрите. Ходит с фотоаппаратом. На это право никакой... Этот человек не имеет. Подайте в суд. Бумажки он не предоставляет нам. Вот снимает периодически. Это не первый раз. Ход по магазину мешает всем сотрудникам как работы. Как я мешаю? Всем. Так. Пытаюсь спросить информацию о товаре, который вы обязаны предоставить? Да, предоставили. Предоставили. Я пошел, вы начали на меня бочку катить.
Ну как какую? Какую? Начали вызывать полицию. Я вас предупредила. Даже полицию не вызвали, кстати, вызвали охрану. Вы нарушаете порядок. А чем я мешаю? Вы работаете везде. Чем я мешаю? Вы мне объясните. Говорят же, администрация здесь как на того человека. У меня есть видео, вот, пожалуйста, что я ничем не нарушал. У вас есть вообще право? Да, у меня есть право конституционное. Покажите. А вы законы учите. Почему я-то вам должен это показывать? И что? И вы считаете, что вы можете подойти к колбасной отдел и в течение получаса выносить мозги? Я не мозг выносил, я спросил информацию по товару. Девушка, вы зачем так все говорите? Вас информировали, я отошел. Я ценники начал видеофиксировать. Для чего? Хочу. Для чего? Хочу! Зачем? А ты купи, Слава! Ну хочу у я! У нас компания не разрешает этого. Ну почему? Делать. Ну потому что! Закон не разрешает! Покажите! Да почитайте! Ну вы мне покажите! Ну вы прямо почитайте! Откройте и покажите, где написано! Возьмите и почитайте! Я покупатель, имею право ходить по магазинам, все фотографировать. Вот смотрите, вы меня вот на видео видите, тоже фиксируете? Да. Ну вот, а почему вы имеете право, скажите? Ну мы же не именно для вас поставили. Ну, да. Для другой цели. Ну откуда я знаю? Для какой цели? Ну, так, а мы полицию будем вызывать или нет? Ну, ну сил нет же работать. Законодательно я не нарушу. Ну, и вы этот человек приходите каждый раз. Конечно. А вы как думаете? Каждый раз я буду приходить, спрашивать какую-то информацию, вы будете мне отвечать. Я позвонила своим пресс-секретарю, мне сказали, пожалуйста, вообще ничего не покупал. А я своровал что-нибудь, может быть, нет? Ну, я не знаю. Нет, за вами мы ходили, вроде как-то ничего в карман не было. Не, а то мы можем сейчас провести процедуру обыска. Я не знаю. Мне сказали, вызывайте охрану, полицию, сообщайте, что человек мешает работать сотрудникам магазина. Ваше дело, решайте, что с ним делать. У вас документы есть с собой? Вот, передаю его, да, как вы хотите, то и делайте. Где вы? Ну а что там же нет? Работайте, чтобы... А это конфиденциальная информация. Ну, я не хочу отвечать на эти вопросы. Ну вызываем полицию. Да, вызывайте, конечно, да. Потому что кроме полиции, ну, меня никто не может спрашивать такие вопросы. Что? Ну, вот так вот. Вызывайте. Да я вызвал, я знаю. Мне даже не придется. Чего? Ну а причина какая? Да, ну, она... А магазин оплатит вызов. Просто ложный вызов. Вот и пусть. Да, и я, в принципе, я не против. Я объясню. Это она что сказала? Ну пусть тут, ну я вызвал. А причина какая? Ну мне что, полицию, да, ждать надо? Приедет? Я не знаю, она позволит, скажет. А? Позволит, скажет. Они могут или вообще не подъедут. Не, ну если они не подъедут, я тогда ожидать никого не буду. Пойдем покурим? Да, подождем, дается мне напарник. Ну я не убегу. Я сам в интересах, чтобы наказали магазин за это. Правда. Почему? Ну вы в протокол будете писать? Я протокол пока ничего не собираюсь. Сейчас вышел, выясню ваши данные, выясню данные вот этого человека. Зайду к администратору, выясню, что там хотят. Нужно. Давайте все потихоньку. Мы никуда не торопимся. Что месяц год рождения? Вы уж простите, я не хочу говорить. Ну уж простите, нас вызвали, давайте уже будем говорить. При посторонних людях я не хочу. Вот посторонний человек. Я потом также при вас спрошу его данные, запишу. Также абсолютно. Мне не интересно. Его, а да. Вы, может, интересно. Если ему интересно, он подойдет к вам и уже установит мои. Давайте не будем. Число, месяц, год рождения. Я не хочу, правда. Хотите, я паспорт покажу? Хочу. Хорошо. Так, где у вас можно расположиться? А то у меня документы здесь. Каким образом? Сейчас полчаса в колбасном отделе приставал продавщица. Почему нарезали сыр? Не покажите дату. Принесли целую коляску сыра, вот эту колобок. Показали дату.
теперь человек отказался брать кофе с аппаратом. Я спросил дату изготовления. Фотографирует весь магазин. У меня есть внутренние распорядки. По внутренним распорядкам я не имею права разрешать в магазине фотографировать. Это сессия у нас там не предусмотрена. Я не знаю, что с человеком делать. Тут будет выдавать компания, не знаю, я все поставила в известность. Пожалуйста. Ну, за ним-то еще место просит, что-то видите сразу. Я пока еще не знаю, что-то страшное, какая-то система, Не, у меня все видеозаписи есть, как разговор происходил, как что, что я ничего не нарушил. Ни одного закона. Ну, все ясно. Так, пах не нужен больше? Ну, пока, я думаю, нет. Если надо, я так выясню. Угу. Молодец, класс, фамилия. Давай рассказывай все по порядку. Владимир Валерьевич? Да. Сейчас вы телефон уберите, зачем вы снимаете? Это общественное место? А, поинтересуйтесь тогда у сотрудника полиции, имею право здесь в общественном месте фото и зафиксацию. Ну могу, нет? Можете, можете. Для чего? Нет, Владимир не Валерьевич, берите камеру. Не надо. Владимир Валерьевич, что мне здесь? 04-06-96. Будете фото? Да. Платите? А? Платите с кадром. Томерская 55. Сейчас не будет. Да? Да. Ну, записывай двоих проверить. Здесь, короче, мужчина ходил и снимал на сотовый телефон. Ценники и как продавцы там работают, и сотрудников магазина. А сотрудники магазина утверждают, что у них есть внутренний устав, где у них видео фотосъемка запрещена. Из-за этого нас вызвали. Видим устав, ни одно правило не может быть выше законодательства Российской Федерации. То, что не запрещено законом, то разрешено. Ну, поехали, а то у нас там мероприятие. Хорошо сделать. Алло! Ну, что-то сегодня связь в мозге компенсирует. Денис, вы с ребенком? Да. Присядьте пока сюда. Я скажу. Пока, да. Вот это поворот! Вы выяснили лично. А личность вы выяснили? Я понимаю, ну точнее я в коррекции. Сейчас скажу внутрь, узнаю, что там. Дело в том, что меня задерживают по административному правонарушению, тоже не имеют права. Пока еще нету состава, пока до выяснения обстоятельств. Присядьте, пожалуйста, чтобы я здесь не стоял с вами, и пойду внутрь узнаю. Хорошо. Проверю тут по адресу. Не могу я по телефону не звонить. Время, понимаете, пошел, я внутрь узнаю. Знаем, если решить. Говорите. Проверяйте людей, только побыстрее. Второй Красков. Владимир Валерьевич, 96. А к какому отделу относитесь? Да, ну и охрана вообще. А, в неведомственную? Скучно жить. Да нет. Нарушают. Академия, кому что докажешь? Нарушают. А вы понимаете, какая у них тоже крыша? Ну а что поделать? У этой системы. И что? Это же большая система. Это наша корова, и мы ее доим. Ну что? Как бы я думаю, тут как бы тоже с ними пободаться надо бы по-русски говорить. Пободаемся? Я просто не понимаю ваш этот смысл, ради чего? Чтоб людей не обманывали. Чтоб не травили детей наших. Тоже просрочкой и всякой ерундой. Ну я с этим согласен с вами полностью. Ну ребенок раз целый месяц в больнице пролежал из-за них. Ну это нормально, что ли? Ну просто мы здесь победим, в другой магазин пойдем. Ну докажите, ну. Помаленьку, потихоньку воспитаем всех. Полиция
ты все с нами. Это все нормально? Скажи, что он